Что вы там увидели? Ух ты, бабочки! Ты что-то придумал? Ой, а что это Мишка такое придумал? Ух ты, это же сачки для бабочек. Один для Насти, один для Мишки. Бегите скорее ловить бабочек. Ой, Мишка не поймал. О, поймала? Неси сюда скорей. Что там? Ух ты, там бабочка настоящая, да какая красивая. Ух ты, Настя, смотри, какую ты красивую бабочку поймала. Она просто прекрасна. Красота. Ну что, наверное, нужно ее отпустить. Она такая красивая, пусть живет подольше. Лети, бабочка. Ой, Настя, что это с Мишкой? Мишка, что с тобой? Он чешется. Посмотри, в чем дело? Что ж такое? Кто-то жужжит там. Настя, может, там какие-то его мошки заели? А ну, вытаскивай. Что это? Ой, смотри, какой он достал. Червячка-жучка. Это кузнечик? Ой, еще, Настюш, еще там кто-то. Ищи. А ну-ка, помоги Мишке вытащить всяких букашек. Ой, смотри, еще кто-то. Ой, да это ж таракан. Берем его в коробочку. Мишка опять чешется. Вот это он нацеплял всего, пока бабочек ловил в траве. Помогай. Ой, смотри, вытащил опять кого-то. Какие-то жуки. Фу. Давай, складывай их в коробку. О, боже. Кошмар, какие там у него червячки. Давай, складывай в коробочку все. Все, Мишка, больше не чешется? Ой, сколько мы их наловили, смотрите. Всякие букашки. Ой, всякие букашки, таракашки. Ой, это кузнечик, да? Ой, вон какой черный. А у него даже глаза светятся. Вот это да, чудо-монстр. А это кто у тебя? Тараканище. А тем временем Маша пьет чай, отдыхает. Ой, таракан. Ой, Мишка что-то придумал опять. Пошлите. Тихо, тихо. Что же они задумали? О, они подбросили Маше таракана. Скорее убегайте, убегайте. Ой, Маша собралась печать. Ой, там таракан же. Ах, негодники они. Вот так всегда подшучивает Маша над Мишкой, а теперь Мишка подшутил над Машей. Вот такая у нас была история про Машу и медведя. Ставьте нам лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока, ребята, до скорых встреч!